Саш, у тебя телефон звонит. Алло, слушаю вас. Женщина, а что вы молчите? Ладно, тогда я скажу. Во-первых, Саша женатый человек, у него есть ребенок. Зачем вы ему звоните? Он вас даже в телефоне записал, как курица. А значит, он к вам относится, Аня, как... Там телефон не вибрировал, а то я засекал, когда курица сварится. Вибрировал. Ну, а чего молчишь? Говорят, что в наше время джентльмены перевелись. Смотреть, учись, сиди ты, господи. Выходи, моя сладкая, выходи скорее. Давай, давай, ручку тебе подам. Да, все, молодец. Милый, я тебе на ужин приготовила блинчики, немного машину ударила. Что сделала? Блинчики тебе приготовила.